Скажи, когда будет поинт. Телефон стрелат. Опа, ко мне наверное, красная. Она есть у меня point. В гриде. Поинт есть на торксе, давайте. Надеюсь, скрам. Пис. Положу скрам, я сам буду под скрамом. Топит всего 1600, ребят, подожгите МВД. Мы арморный флот, мы топим 1000 вообще. Вот скрамлер-сетка. Чего на него? У него есть скрамлер-сетка. Вот. Собственно, нам не надо, точнее мне, к нему в класс. А так я его могу держать сколько хочешь, хаммерхед за мной долго будут гоняться. У нас есть время, я не тороплюсь. Надо, чтобы он вытупил от этого поста. Он под дампирами. И под трендизами. Кто-то его дампит? Я его дамплю, тремя дамперами. Сейчас, секунду. Шака, чем дальше он топит от гайки, тем больше шансов. Есть скрам, есть скрам, есть скрам, давайте. Да какой? На тебя же не наварпаешь. Ну топите на него, блин, он под скрамом не топит. Топим, да. Только не сдохни на вес. Главное, еще и поинт на него киньте. Ты дуал проб? Ты дуал проб? Нет, нет, все пизда, нам не скрам-сетка. Ну я дурак, не обед. А возьми делаешь? Низкую орбиту. Нормально, вылез. Хорошо. Я его дамплю, успокойся. Спасибо. Сетка все равно с него, кстати, хоть ты и дампишь. На нем трек-дизы. Вряд ли тебя успеет убить. Только дронов, главное, успевает танки. Хорошо. Дроны хаммерхеды без сетки он не сможет их на меня. Он меня так, сейчас скрам. Скрам есть. Валите его. Держу скрамом. Да, пожалуйста, нейтрики тебе. Уходи. Пишите ему, что он говно потом. Уходи. Зачем мы его держим? Это нормально, хорошо. Он меня не успевает пробивать. Он сейчас вообще не будет стрелять. А вы там с кем-то задрались, пацаны? Порокс объем, который слил это нашего кота. Вас послушать, так там мазер как минимум. Все, он теперь уже не стреляет. Он вообще ничего не делает уже, по-моему. Правильно. А ты на курсе, что ли? Да. А я слышу трек-дизы, это. Жаль, наварпать нельзя. 160 километров, я потопил снизу, чтобы он не вернулся. Ох ты, как он нормально так это, армор-то откачивает. Мы его армор весь прожали, он хренак. Сейчас умрет, не беспокойся. Никак не умирает. Нюансовый армор это. Ну там, я думаю, даже две. Потому что очень хорошо качает. Яйка подных, мне кажется, по-любому. Ты на меня хаммерхедов кинул, как... Опа! Так, он с него дамп спал. Спал. Аккуратно. На нем лежат. Спасибо. Все три причем. Надо убить козла. Сейчас умрет, не беспокойся. Меня без ничего, умок не вписать. Да мы его еще никак не убьем, блин. Сейчас умрет. У него как репка уйдет в перезарядку. Река покончится. Вы что, его еще не убили? Нет! Какой-то бодрый вообще, пацан. Это писи. Может он в триагу ушел. А! Блин! Чуть-чуть не хватило, чтобы яйка полностью. У кого-то батарейки остались? Какой варп подойдет? Поим на ауку. Кто там дрочит, извините. Дайте, короче, докнуться и починиться хотя бы. А очень надо починить. Весь в греве. Да со всеми, по-моему, так. Есть у кого-то батарейки 800? Здесь есть, иди сюда, в рэка забери. К рэку под этой самой. Забери. В рэка там уже нет, по-моему. Есть здесь враг, иди сюда и лутай. Хаммерхед. А там еще мой враг есть. Либо по лутовому.
А это не в этой системе? Лечу к реку. Ну давай. Красиво, красиво. Чем пишет good shit fast tackle? Что это значит? Ну хороший, это быстрый такой. Ну, а ты как хотел. Скиньте хоть его хит посмотрите. Хит это дерьмо вообще-то. Да. Он скорее всего просто на самом... Блин, Кондор, не отходи, пожалуйста, а мне Кондор сейчас срежет тут. Я тебя вижу, он в 200 километрах. Если он попытается тебя срезать, как бы, нас двое, окай. О, тут на андоке Гнодис висит. Ну, он же видит, что сейчас... Где на андоке? Все сайди. Он линкует там свой... Торекс-то. Скорее всего под бонусами и с сетом. Под бонусами, мне кажется, да, потому что он очень хорошо качался, ну очень хорошо. Это импосибл так качаться, блин. Так, где флот будет собираться? Ауга. Бром, погоди, а ты же сейчас... На гайке Ауга. Сначала помню. Что у нас ДПСа не было, ребят. Вы посмотрите, топ-дамагер. Я его мотоциклами чуть-чуть не... Тихо-тихо-тихо-тихо. Чек на андоке, саспектный гнозис. На аугу варпай? Причем гнозис пилит турели с танка Expert Distribution Retail Center. Где братка, сдайте станку. Дай, братка. Вот сюда бандок, ну если тут, короче говоря, много кого. Дай, братка. На аугу. Варпай. Варпай. Дай гляну, что там на станке. Мы тоже вообще по саспепи, если чё, так. Лего, тут, короче говоря, хорош такой андок. Умах уйти сможешь? А резко. Нет. Не сможешь. Ну, нет, я товар погнал с танку. Ну в херня, на самом деле, Арес, Лего, Абадон и Гнозис. Чё? В принципе, да. В принципе, мы их Арес, только Гнозис и Абадон, и всё. Арес вообще не в счет, а Абадон, Гнозис и кто там еще был? Там кто-то от Варпак, там еще кроме них были... Могу попробовать на себя сагрить этот Гнозис, потом... Мне кажется, надо переждать агру и потом на них только выйти. Ну, Гнозис бьют в центре. Мы саспекты, понимаешь? Ну не так. Все саспекты. Но если он на меня вдруг сагрится, то можем его прикрыть. Нет, хотя если его в центре и так бьют, тогда они его так и продолжат бить. Короче, у нас есть ФК, пусть ФК команды, все. Собираемся на Ауге. Где собираемся? На Ауге.